Неужели в воспоминаниях было больше жизни, чем в действительности? Не обращались ли они в действительность между тем, как сама действительность отходила назад, все больше и больше выдыхалась, пока не превратилась в голый остов, на котором некогда развивались яркие знамена? Не оторвались ли воспоминания от действительности, и не парят ли они теперь над нею, лишь как хмурое облако?